Город Шадринск расположен на территории Западно-Сибирской равнины в одном из самых живописных мест Зауралья, на берегу реки Исети. Город находится на отрезке Транссибирской магистрали. В радиусе 250 километров расположены крупные областные центры Уральского региона – Екатеринбург, Челябинск, Тюмень, Курган, имеющие аэропорты и крупные железнодорожные узлы. Это дает Шадринску стратегическое преимущество перед прочими городами Курганской области, так как получает возможность торговли и транспортировки грузов во всех направлениях, создание баз хранения при невысоких затратах. Главное украшение городской и пригородной зоны – сосновые леса, протянувшиеся на многие километры. Леса богаты ягодами и грибами, водоемы рыбой. Общая площадь территории городских земель – 17 366 гектаров. Основным стратегическим ресурсом города является человеческий потенциал. В Шадринске проживает 76 600 человек. В структуре населения основная доля 63,2% приходится на жителей в трудоспособном возрасте. Две трети работающего населения имеют высшее или среднеспециальное образование. При этом молодежь в возрасте до 30 лет не уступает старшему поколению в уровне профессионализма. В экономике города занят 71% трудоспособного населения, при этом 29% или 14,5 тысяч человек являются резервной рабочей силой. Город Шадринск имеет развитую многоотраслевую структуру экономики, где преобладающее место занимает промышленность – 49%. Промышленный комплекс представляют 20 крупных и средних предприятий, которые стабильно работают и развиваются. Объем производства за последние 7 лет увеличился в 4,5 раза, а к 2012 году объем достигнет 10-кратного увеличения. Шадринский автоагрегатный завод является крупнейшим предприятием города Шадринска, входит в машиностроительный комплекс Уральской горно-металлургической компании. Основным видом деятельности предприятия является производство автомобильных агрегатов, которые поставляются на ведущие автомобильные заводы России и ближнего зарубежья – КАМАЗ, Урал, МАЗ, ГАЗ, ПАЗ, ВИЛ, УАЗ и другие. Автоагрегатный завод в тесном сотрудничестве с зарубежными фирмами внедряет передовые технологии, осваивает выпуск изделий, отвечающих самым современным требованиям автомобильной промышленности. Это медно-латунные теплообменники по технологии Купробрейс и алюминиевые теплообменники с использованием флюсоноколок. На рынке радиаторная продукция ШАЗа представлена под единым брендом «Русские радиаторы». Наряду с крупными предприятиями, быстрыми темпами развиваются предприятия малого бизнеса. Начиная с 2004 года наблюдается непрерывный рост их численности на 70% за период 3 неполных года. Корпорация «Тропик» специализируется на производстве съемных грузозахватных приспособлений, оптовых и розничных поставках грузоподъемного оборудования, комплектующих грузовых строп. Вся предлагаемая продукция сертифицирована и отвечает требованиям российских мировых стандартов и пользуется повышенным спросом. Основным видом деятельности фирмы «Поиск» является металлообработка, изготовление оборудования для производства двухслойного и трехслойного гофрокартона. Качество и оптимальные сроки изготовления продукции – главный показатель в деятельности предприятия. В 19 веке Шадринск был купеческим городом, считался торговым центром Зауралья. Сегодня более 40% малых предприятий и основная доля индивидуальных предпринимателей действует в сфере торговли и общественного питания. Сложилась устойчивая тенденция к увеличению оборота розничной торговли, который за 7 лет увеличился в 6,2 раза, что говорит о росте благосостояния жителей города. В Шадринске на сегодняшний день действует 51 учебное заведение, от дошкольных до высших. 50% из них реализуется профильное обучение.